Всем привет, ребят, с вами Хэдди, и мы продолжаем проходить Far Cry 4. И нас послали в монастырь. За какие, конечно, делишки, я не знаю, но... чтобы продвинуться дальше по сюжету, нам придется идти. Такс, а где у нас тут ящик-то? Не он? Не он. А вот он. Сабалда был нами крайне недоволен. Ну и, собственно, пофиг. Можник почти полон, офигеть. Ну ладно. Так, мог поспорить, добраться до монастыря у нас будет не так уж легко. Ну, бросок. Прикольно сделано то, что он так карабкается. Единственное, слишком быстро это происходит. Так, нафиг пожарный лук. Есть гранаты, а лучше молотов, лучше все-таки молотов. Так, куда мы вообще идем? Шерпа, контрольная точка. О, можно по пути колокольник будет захватить. Круто. А где у нас тут торгаш? Ясно. Ржавый клинок. Эх, денег уж почти что полностью. Пластиковый тигр. Так, с кем он может торгануть? С тобой, что ли? Так, слушай, забирай-ка вот это вот, наверное, все. Деньги у меня почти что полностью. Так, боезапас. Немножко потратимся. Бронежилет, естественно. Нужен так, жетоны наемников полностью. Блин, почему мы за деньги не можем открыть вот это вот все? Я вот это хотел бы себе. Так, тут у нас прицел и... обойма. А вот нет ничего такого, чтобы все-таки прицел, обойма и глушак. СВД. Перфоратор. Урон полностью? Офигеть. Спасибо. Надеюсь, ясно. Мы еще встретимся. Ясно, нам надо проходить дальше. Нам надо захватывать и выполнять задание, чтобы получить нормальное оружие. А то бегаем с каким-то пистолетиком из душ и с луком. Блин, красиво все-таки тут, красиво. Где у нас там? Тихо, 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 машина. Надеюсь, тут у нас никого врагов нету. Пшеничное поле. Что у вас тут произошло, а? Стрельба началась. Ну ладно. Ау! Оу, прикольно! Деревяшки сгораются. Фишка из старого Far Cry. Блин, в втором Far Cry было классно выжигать землю. Насколько я помню. Мне это очень нравилось. Так, судя по тому, что машина не отмечена, это не наша. Да, черт. Ни хрена себе там. Бейте курьера, прежде чем он скроется с полезной информацией. Да, вы издеваетесь. За короля Мина! Вот ты сдох за короля Мина.
И что? Чем это тебе помогло, а, курьер? Задание кармы. Оп! Ха-ха! А, я думаю, попал по нему. Слушай, а тебя с собой никак позвать нельзя? Нет? Какие-то они все на одно лицо, по-моему. Что такое? Брейс! Брейс, сказал! А, что это с орлом было? Хм. А почему бы нам сразу вот на то не кинуть, а? Ах, ну ладно, придется так ползти, значит. А, то есть нам пофиг, мы можем вися заюзать кошку. Окей. Так, у нас дельтаплан. Хорошо. А, догоните курьера, убейте его. Да ну нафиг этого курьера. А, свои? Не понял, свои? Орел! Господи. На помощь! Помогите! Лисичка! Лисичка! Лисички. Помогите! Классные. Помогите! Обожаю лисиц. Занятая башня. Жена опять выкинула моего брата на улицу, поэтому я впустил эту бесполезную пьяницу пожить в колокольню. Это стало все-таки родня. Если с ней что-то случится, вы ответите головой, сержант Миша. Ну, с дороги. Ваши деньги теперь мои. За что мне это? Зачем я в это ввязался? Господи, как они сейчас боятся орлов, а? А, так, сы, куда дальше? Нет. А, вот. Кирата, собственность Пайгана Мина. Находиться рядом с ними без разрешения преступления. Если вы видите, как кто-то перенастраивает взрыв, сообщите ближайшему солдату армии короля. Я вас вот. Да, нарисовать вас свет Пайгана. Свет Пайгана. Мимо. Блин. Ай, на свою голову искал назвать проблему. Прицел, конечно, неудобный тут. Я имею в виду, что здесь умнички. Это ваше, ловите. Попал. Ух, там все загорелось-то, а. Ща. Прям-таки разбежался. И сдался. Все-таки лук должен быть метка оружия. Так. Да отвалите своим этим курьером.
Так, полная обойма и еще два патрона у нас есть. Блин, как тут залезть было? Объявление в Министерстве национальной безопасности. Сообщение во. Для Золотого Пути. Зачем продолжать бессмысленную войну? Вы только теряете жизни ваших детей. Дай-дай, и убийство прекращается. Прекратите агрессию, и Пайган приведет Кирагра в новую эру. Пошла вон, птица! Да, залит вас, ничего не нет. Собаки! Собаки! Собаки, орлы, блин! Я смотрю, жизнь в Керате довольно-таки трудная. То собаки, то орлы. Вообще, блин, знаешь что, да? Ну что, синхронизация. Как-то у Ubisoft-то принято. Пшеничное поле. Песни Бана Шура. И тень Киры. Что-то интересно постоянно показывает, что открывается. Я к тому, то, что насколько оно полезно нам. А в ту сторону, значит, пойдем так. Да? Он должен был ехать со мной. Да ну нафиг. Все эти поездки, собирания. Что, со два этих? Что дает? Животные враги подсвечиваются. Улучшение для взрывчатки. Инъектор охотника. Инъектор этого рейнджера. Так, пожалуй, какие-то их прокачаем. Это полезнее, чем инъекторы эти. Пока что это не так много, но ведь мы только начали. О! Спасибо тебе, Аджай. Теперь нас услышат новые союзники. Найдите, кто это сделал! Будьте начеку! Ищите, ищите. На короля мина! Заткнись. Блин, я не ожидал, что на них сейчас наткнусь. Окей, а что вы тут делали такого? Не ломается. Господи, мне деньги некуда девать. Офигеть, игра. Ах, было бы так в жизни, а, ребят. Так, и что у нас тут такое? Маска, что ли? Ложные идолы. Король Пейган Мин напоминает, что все религиозные мероприятия находятся под запретом и считаются преступлением против короны. Граждане, пойманные у чертенов, колоколин, молитвенных барабанов и других местах, ранее предназначенных для молитв, будут взяты под стражу солдатами армии короля. Неповиновение представителям армии будет встречено силовыми противодействием. Нападение на народных защитников прощаться не будет. Да пребудет с вами свет Мин, Пейгана Мина. Министерство общественных дел и социальной гармонии. Охрененно социальной гармонии. Так, что у нас тут такое? Клад. Еще 700 людей мог принести с собой, и все. Да уж. Так, а почему вот это у нас подсвечивается территория? И звук ведь идет вот от этой хрени.
тут как и с масками надо что-то такое найти. Ага, маска. А можно стрелу забрать? Так, ну что ж, совсем недалеко осталось. Встретьте Раджу. А что пригодятся эти красные листы нам? И прям-таки тибетский храм, охраняемый золотым путем. Намасте. Он пошел навстречу. Он не нравится мне. Амита ему помогает. Вместе мы победим. Осознал. Вместе мы победим. А что у нас тут такого интересного? А, я думал, коктейль Молотова, но нет. Да, особо ничего. Ничего интересного. Ракеты, боезапас. Намасте! Да, голые мужики, круто. Куда я попал? Хотя, блин, тут я красиво. Его связал, думал, он меня убьет, но он пошел навстречу. Он отличный парень, только идиотов не любит. Сам увидишь. Да, осознал. Заходи, Раджу уже ждет тебя. Спасибо. Да. Ведь изображены грудастые женщины. И кто же такой тут Раджа? А, это ты, что ли? Великого Махана. Сабал сказал, что ты готов узнать, чему служил твой отец. Ну и? Ванашур, бог богов, создал мир песней. Благодарим его за это. Слава богам, дарующим жизнь. Возьми корзину подношений. Карма. Совершите паломничество к Чалджаме. То есть мне надо пехом, что ли, кот пехать? Ох, ладно. Может, что стырить у вас? Кому, почтенный лама Чогьял? Я получил твое письмо и хочу сразу же развеять твои опасения. Слухи, которые ты слышал, не соответствуют истине. Безумец, которого селяне называют Дхами, никогда не был нашим послушником. Этим утром, во время пуджи, я говорил со всей нашей коммуной. Мы не допустим, чтобы эти глупости нарушали нашу медитацию. И имя узурпатора больше не прозвучит. Да светится твой день учением пробудившихся. Добрый день. Свеча — это напоминание, что рост начинается со стремления выйти за рамки. Откуда ты говоришь? А, вон ты идешь. Не заметил. О, у меня стало больше кармы. Я прям кармический человек. Намасте. Барабан. Жизнь неуловима, как ароматный дым благовоний. И ее так же легко развеять. Интересно, палочки благовоний. Жизнь без эмоций — ничто. Но чрезмерные эмоции могут поглотить человека без остатка. Подбавить. Да, прям-таки джедаи. Боги даруют нам мудрость,
Молитвенный барабан помогает очиститься от дурных мыслей. Прощай. Так, ну и последнее на огонь. Аджай, помнишь карту, что ты раздобыл? На ней монастырь. Солдаты армии приближаются к твоей позиции. Спрячьтесь, армия идет в атаку. Типа защищать надо всех, да? Ах, ну все как обычно. А, это свои, блин. Не вовремя я кинул, не вовремя. Я думал, это враги ползут. Что, мы его замочили, да? Замочили. А, правда, я лишился одного человека. Из двух. Просто великолепно, Хае, просто великолепно. Защитите монастырь. Да, крайне неудобно. Что это-то? Вау! Ладно, я не ожидал то, что у нас крыло Я думал, был какой-то глюк, окей. Чтобы замежать смерти от падения. Ну, блин, мне сейчас смерть от падения вообще не грозила. Жесть, просто ведь хотел спрыгнуть. Безопасно всегда. Уху! I can fly! Вау! В стенку урезался. Так, придется пулять из этого. Давайте, быстрее, приезжайте уже. Молотова у меня нету, да? Армия короля! Стоять насмерть! Так, кого-то пришил. Так, иду с другой стороны. Им нужен склад с оружием. Опа, вооруженный. Они разрушают статуи. Можно мне побыстрее спуститься как-нибудь? Спасибо. Нечего бомбу закладывать тут. Тебе не жить! Армия короля! Стоять насмерть! Да что вас, а? Блин, хорошо то, что он с первого выстрела убивает. Миша, надеюсь, там не увязался за мной. А то это будет очень даже не круто. Господи, вертолеты. Да,
Солдаты напали на флот с оружием. Миша, блин! Лети, лети, чувак! Не полетел. Они пытаются взорвать двери! Да, блин, кто тут еще есть, а? Сдохни. Откуда вы? Кто? Господи, неудачник. Ты подохнешь! Ты сам сдох! Так, у меня закончились хилки, круто. Лечись, лечись, лечись. Так, дайте мне нормальное оружие, а. Где пушки, блин? Что за бред? Я не могу взять дробовик, вот. Так, ну этого мы лишились, пофиг. Миссия провальна. Они взорвали наш оружейный склад. То есть я должен носиться туда-сюда вот так? Бред. А, господи. Ладно, как там было у нас вызвать наемников? Во время планетания недоступны. Круто. То есть я один должен против всех этих отмахиваться. Наджай, они на подходе. В ящиках да есть оружие. Черт, а. Рад тебя видеть. Дай сюда. Моё, отойди. Тут поле, блин. Так-то. Так, отлично, прострел. Нормальный. Армия короля! Стоять насмерть! Блин, почему я наемников не могу вызвать сейчас? Они разрушают статуи! Беги туда! Им нужен склад с оружием! Стоп! Калаш, дай свой калаш! Отлично!
Киса! Ты не на то напала! И не вовремя! Ты будь просто идеально тут. Бегом, блин, бегом! Отжай! Тут. Пошла вон, вертушка чёртова. Ух ты, я его сбил. Ха, прикольно. Блин, мы с такой маленькой высоты падаем. И получаем урон. А, великолепно. Давайте мы еще будем идти пешком. Нужна подмога. Не показывай. Заткнись. Напали на монахов. К дверям. Зарядка, хилка, отлично. О, у нас даже один жив. Господи, как его там не убили? Все, надеюсь. Ну, наконец-то. Дебильная миссия, на самом деле. Мины нам, главное, недоступны до сих пор. А это инъекторы. Нужно изготовить. Залогировано, нужно изготовить. Уже все? Ты спас нас. Ты прямо как отец, Аджай. Спасибо, Аджай. Спасибо. Такое немного дурацкое задание было. Новую партию мощного оружия можно теперь купить. Карма повышает уровень наемников, бла-бла-бла. Знаем, знаем, знаем. Амита, монастырь мы отбили. Может, теперь Сабал поймет, как важна разведка? Не будь у нас карты, мы бы потеряли важную точку. Спасибо, Аджай. Да не за что. И что у нас там? Лонгин. Дополнительное задание. Гид-плакат. Особняк, аванпост с относительно канализацией. Гид-плакат очередной. Блин, вышки пооткрывать бы, на самом деле. Что это такое? Задание кровавый рубин. Задание инъектор. Хм. Давайте посмотрим, что хочет у нас Лонгин. И кто это такой вообще? Так, дайте мне калаш, что ли? Вообще офигел, что ли? Помогите! Патроны закончились.
Тоже Илон подъехал, врезался и уехал. Так, а у нас два дождя Дани Лонгин и Игрик. По-моему, мелкая девчонка, насколько я помню. Тут небольшие фризы пошли. Воу, машину выводит сразу в бок, а? Раберы, рано с вами на радио «Свободный Керат». Знаете что, я уже и не вспомню, когда слышал хоть что-то хорошее о северной части Керата. Когда я родился, этот регион уже был под контролем мира. Оооо, врезались. Нежелательных людей. А что это значит «нежелательные»? Удобное слово. Значит, что угодно. От доставшего придурка до борца за свободу Керата. О, там еще кто живой есть. В мире есть столько нежелательных вещей. Был. По мне, так говно нежелательно. Честно говоря, я бы предпочел не срать. Чистая еда, которую приходится здесь... Так, куда вообще еду? И как? Ой. Нет, Лонгин. Вот он, Лонгин. То есть доехать до сюда, потом пешком. Кстати, очень плохо сказывается на пищеварении. А что еще нежелательно? Большие девушки, люди, у которых воняет изо рта, или те, которые везде трепятся о своих детишках, на которых тоже не насрать. Чего-то я тоже нахожу нежелательным. Особенно, когда он портит воздух и не желает в этом признаваться. Ну, то есть, нас же здесь двое, так? Укрепление. Крепость представляет себе хорошо защищенный аванпост с большим количеством войск и более надежным укреплением. При всей трупы вы сможете штурмовать крепости в совместном режиме. Сейчас вы ждете около крепости Пола де Флёра. Осторожнее. Пока Пол жив, Варшакот крепкий орешек. Ничего, мы не нашли. Поштурмуем эти крепости. Проблемы с пищеварением на весь Керат. Их определенно надо решать. Нельзя так со своим здоровьем, чувак. Так, дрифтим, дрифтим. Блин, сколько там еще ехать? Все, вроде бы уже можно выйти и так пробежаться. Да, перс, конечно, бегает у нас не особо. Так, и что у нас тут за Лонгин? Что за дополнительное задание? Ну, боеприпасы. Что такое? Калашников, пистолет и дробовик. Брат, сумасшедший мой. Этот священник. Я как раз думал, что мы должны объединиться. Ты и я. Промысел Божий направил тебя ко мне. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки моей битве и персты мои брани. Это псалтир. А смысл? Солдат всегда верен своему долгу, даже если этот долг привел его в страну безбожников вроде этой. Так это ты у нас, что ли, британский лейтенант, защищать пропавший в Керате? Знаешь, что необходимо для этого? Камера очень похож. Ствол, Аджай! Ствол! Без него не пройти бедствию по морю и не поразить волны морские. Поможешь мне, и Золотой Путь получит свое оружие. Ладно. Славьте Господа, пелена спала с глаз юнца. Такое дело. Вертолет, доставлявший груз через горы, упал. Возьми этот датчик. Опереди армию. Отыщи посылочку. Господь наш дарует тебе транспорт. Что скажешь? Если транспорт летающий, то вперед.
Аминь. О, разбитый экран. Аминь. Аминь. Ну иди. Иди. Иди, Аджа. Ты больной. Надеюсь, ты это в курсе. Что скажешь? Гималай? What? Я думаю, это торговец. Оказывается, нет. Вау! Найдите кислородную маску. Какого чёрта? Твой навигатор говорит, что я уже почти пришел туда, куда тебе надо. Отлично, Джай. Достигнешь места катастрофы. Можно эту хрень убрать? Армия короля пошлет солдат, чтобы присвоить груз из вертолета. Разбей мерзавцев! Или просто укради груз, как вырубать. Тихо, тихо. Так, а вот тут же мне очень понадобился блок. О! Дыхательная маска, и у нас есть кислород, значит, надо действовать на время. Да вы, блин, глухие, что ли? Смотри туда. Ну как-то так. А карта у нас есть, интересно. То есть вот мы где, значит. Так, два навыка есть. Броня губка, бронежилет намного более эффективно впитывает оружие. Оружие. Урон. Так, давайте вот это обнем. Что бы я хочу вот это следующее попробовать? Внезапный снайпер. Поиск объектов. Поиск предметов начинается автоматически, когда вы оказываетесь в области, где находится поиск, объект поиска. Мощность сигнала начинает светиться ярче. Если вы стоите лицом к цели, индикатор прекращает мигать и становится зеленым. Так, ну что, шавки? Не пошла вон, шавка! Да вы охренели, а! Чёртовы волки! Чёрт с два, Бера. Теперь думаю, трофей, зараза. Так, где-то в этом вертолете. Или же нет? Трупак? Ну да, трупак.
понял. А пушки где? Да вы издеваетесь, да? Заметили вроде бы? Ну да. Ох! Так, а кислород можно у него пополнить? Ой, не то. Крыло! Блин, почему крыло не сработало? Где? Кто? Кто меня видит? Он стреливается. Это мне, что ли? Ага. Тут пока ясно. Да. И что теперь? Стой, где стоишь! Ага, конечно, стой, где стоишь. Так, пожалуй, я возьму это с собой. Тоже мне, блин. Да вы тут не охренели ли, а, шапки? Куда пошла? Куда пошел, а? Охренеть. Моя добыча. Шкура тибетского волка. Так, нам ничего не нужно. Не можем пока что ничего изготовить из нее. Горного резуса. О, надо мартышек мочить. А какого черта? Так. Да, вот это все воткнул, конечно, его. Да вы, блин, серьезно. У медведя, да? Блин, не у медведя. У тебя, что ли? Черт, тут тоже пусто.
Так, ладно, кислород у нас пока что есть. Конечно, а что будет, если у нас кислород закончится? Вроде вначале без него нормально шли. Киса, блин! Пускай сюда киса! Забирайся! Лечись! Так, бежим. Падаем, лечимся. Фух. Я победил природой, черт возьми. Правда, без патронов вообще остался. Жесть. Фу, ё-моё. Чё он себя из руки вытащил? Почти полон. Печалька, печалька. Где у нас вторая киса? О, я даже нашел, где у нас все находится. Просто отлично. Так, раз киса, два киса. Ладно, не хотят кисы забираться. Да блин, да вы задолбали, птицы. Птицы, кошки, черт возьми, а. А-а-а. Чуть главное, патронов нету. Может, хотя бы здесь? Если нет, то я ничего не понимаю. Обратно бежать, что ли? А тут у нас вернуться, как я понимаю, невозможно, да? Блин, кислорода не хватает, кислорода не хватает. Вообще, похоже, будем переигрывать миссию. Воздух. Фух, вот это свезло просто, да, просто. Чуваки, как же я вам рад, а? Где? Фух.
Так, отлично. Кислород у нас теперь полно. Цель где-то засекла. Блин, патрон закончился. Где он упал? Где он упал? Ладно, черту. Патронов нету. Ничего нету. Ох, и кислорода полно. РПГ? Вы издеваетесь? Прыгивай. Я тебя достану. Да идите вы к черту. Привет. Вау, как мы запрыгнули сразу. Мимо. Пошли отсюда, давай! Уходим! Фух, блин, напряженной миссии было. Благо нас спас навык, что мы можем кинуть метательный ножик в врага. Посылка доставлена. Распишитесь. Думал, там оружие для золотого пути. Потому и взялся. Там наркота не будет, и да? И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Тебе лгут, сам знаешь. То, что зовут кругом жизни, на самом деле это жизнь на чужих костях. Ешь или будь съеден. Для животных это выживание. А люди зовут это бизнесом. Наркота, это... как я и думал. Бизнес, Аджай. Проклятый бизнес. Меня спасла пуля. В голову. Она убила старого Лунгина, страшного человека, имя которому было Палач. Это пуля. Продырявило мой череп, чтобы пустить свет Божий в мое сознание. Я был крещен в водах Гока Фоллс. Так, а бриллианты? А, это бриллианты? 17.11. Потому что душа тела в крови, ибо кровь сия душу очищает. Ё-моё, я думал, это на свете? Это тени былого, что неустанно преследуют меня. Каждый бриллиант — грех. Совершенный мной. Коих было много. В итоге, что с оружием? Оружие? Будет! Иди! Передай Амите и Сабалу эту благую весть. Да, и, кстати, на старой чайной фабрике Де Плёр готовит к отправке большую партию опиума. Что? Опиум? Мерзкий бизнес повсюду. Иди! Скажи им! А как закончишь, навести меня, ибо не пристанен промысел Божий! Ты больной. Задание выполнено. Что, у нас один навык? Меньше урона от огня и взрывов, но это мы уже видели. Двигать горы, мягкая посадка. И без остановки. А вот этого тоже надо прокачать бы. Ну что же. Собственно, у нас есть еще несколько заданий, ребят. Но идти на них мы уже будем в следующий раз, в следующей серии. Ну а пока что с вами был Хэдди. Ставьте лайки,
Подписывайтесь, зайдите друзей, комментируйте видео и делайте добрые дела, ребят. Ну, а мы с вами увидимся уже в следующий раз. Всем пока, до новых серий и до новых врывов. Удачи вам.